Ребят, мы снимаем. Сегодня мы покажем вам маленький урок на лапах. Раз, два, три, четыре. Всем привет. Вы можете тоже дома какие-нибудь лапы придумать или купить. И потом сделать упражнение, которое сейчас вам покажем. Удар, защита. Удар, защита. Удар, защита. С Русланом. Есть. Ты сюда левый прямой бьешь. Все, сначала работаем джеб. Поехали. Джеб, джеб. Показываю левую лапу, сюда вот в лапу стараемся попасть, вот именно сюда в кружочек. Щуп, молодец. Во, хорошо. Теперь чуть полегче, побыстрее руку отдергивай. Сейчас, во, не держи ее здесь. Во, молодец. Хоп, резко, да, возврат. Бам. И следи, чтобы у тебя рука после удара не падала вниз. Сейчас, туда-сюда. Хоп. Все. Вот, начинаем с джеба. Вообще, это как бы классика для бокса, это джеб, надо знать джеб очень хорошо. Вот, вот, вот. Теперь добавляем вторую штучку, ребят. Джеб и уклон вправо. Вот, чуть, уклон сюда делаем немножко вперед. Чуть-чуть вперед. И смотрим на меня. Смотрим, не отворачивайся сильно. Вот, еще раз. Джеб, уклон. Опять ровно встали. И джеб, уклон. Не, без поставок, просто уклончик сделай. Да. Еще, оп, оп. Вот смотри, раз, два, просто, оп, оп. Пошли, оп. Все, легко. Все, это больше такое координационное упражнение. Щуп, 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 щуп. Все, поработали эту тему. Добавляем теперь джеб, уклон и правый. Бум, прямой. Прямой, уклон, прямой. Не спешим, спокойненько. Раз, два, три. И раз, два, три. Старайся правой докрутить немножко. Побей правой. Еще раз. И возвращайся обратно сразу. Тоже долго не держи. Шлеп, и на место. Оп, лапы проткнули и на место вернули. Ага. А теперь все вместе. Начинай левый прямой, уклон, правый прямой и возвращайся. Хорошо. Чуть-чуть длиннее стойку, чуть ниже стойку. Вот, пошли. Левый, уклон, правый. Ничего страшного. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Поехали дальше, Руслан. Сейчас добавляем четвертый элемент. Прямой, уклон, прямой и уклон влево. Отлично. Возвращаемся обратно. И медленно начинаем. Раз удар, два уклон, три удар, четыре уклон. То есть работаем в этом задании и удары, и защиты. Как бы вот в этом прелесть этого упражнения. Да. Хоп, 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 хоп. И вернуться обратно. Раз, два, три, четыре. И вернулся. Раз, два, три, четыре. И вернулся. Давай. Хоп, 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 хоп. Отлично. Типа ладошки-ладошки с детишками. Можно также вместо лап ладошки использовать. Взяли ладошки с ребенком, да? Эй, сюда левый уклончик сделали. Сюда ладошка, уклончик сделали. И еще раз, два, три, четыре. Вот так вот может папа с сыночком или с дочкой также нарабатывать и атаку, и защиту. Добавляем пятый элемент. Пятый элемент. Пятый элемент. Пятый элемент, это же кино такое. Давай. Джеб, уклон, кросс, уклон, боковой. Бам, отлично. И все вместе, спокойно. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, подвигались, подвигались. Тот, кто с лапами, держите вот так вот лапы, тогда вас бить не будут в это время. Показывайте лапу, пошла атака. Показывайте лапу, пошла атака. Показывайте лапу, пошла атака. Спрятали. Все, подвигались. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Дышим, дышим, дышим. Когда боковой бьешь, попробуем пятку. Да. Во-во-во. Да. Побей боковой отдельно. То есть можно отдельные элементы поработать, да, чуть-чуть. Щуп. Еще. Щуп. И иногда проверяем. Оп. Заваливают или не заваливают. То есть мы должны вовремя еще остановиться вовремя. Еще раз. Оп. Ага. Щуп. И ручку возвращай обратно. Вот туда же. Молодец. Хорошо. И все вместе. Джеб, уклон. В ту сторону. Внутрь. Кросс, уклон, хук, отлично, дыши, 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 и выдох, 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 ага, уклон вправо, правый, уклон влево, хук, добавляем шестой элемент, это будет нырок, это последнее, Руслан, держись, держись, давай, в стоечку, низко, широко и спокойно, расслабленно, раз, два, три, четыре, есть, запомнил? Давай-ка, шесть элементов, удар, защита. Удар, защита. Удар, защита. Молодца. Это потом добавим попозже. Это будет седьмой элемент. Хоп, 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 хоп,
Оп, молодца. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Прямой уклон. Прямой уклон. Сбоку, нырок. Хорошо. Седьмой элемент добавляем. Седьмой элемент. Давай. Прямой уклон. Прямой уклон. Сбоку. Нырок. И еще сбоку. Отлично. Так, собрали сейчас 7 элементов. Руслан, 7 элементов. Давай, в левосторонний. Спокойно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Еще раз. Левосторонняя. Пошли. Раз, два. Не-не-не, никаких этих защит. Только телом. Руки для атаки. Тело само себя защищает. Поэтому руки не подставляй. Просто уклон. Просто уклон. Нырок. Сейчас нырок. Ага. И еще один. Молодец. И раз, два, три. Куда? Просто уклон. Стой, удар, уклон. И сразу удар. И сразу уклон. И сразу удар. И сразу нырок. И сразу удар. Во, хорошо. Ну, примерно так. Все, всем спасибо. Пишем комментарии. Все, я кнопочку уже нажал. Вот сюда, скажи. Вот. Потихонечку, помаленечку. Сейчас его торопиться не будем. Угу. Давай сейчас встанем вот так вот. Ну, в стойку вставай, в левостороннюю. Ты же в левосторонней? Да. Тогда левую ногу вперед ставь. Еще раз. Раз, два. Спокойненько сначала. Это я вырежу. Все будет хорошо.